Топ-4 лазерных уровней стоимостью до 12 500 рублей. Лазерный уровень 4D – оборудование, облегчающее разметку для целей строительства. Уровень строит точные вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, визуально отображая их на плоскостях стен, пола, потолка. Благодаря этому экономится время на разметку, исключаются ошибки при ее проведении. Ясно видимые линии позволяют быстро и точно выполнить строительные и отделочные работы, например, наливку пола, монтаж перегородок, укладку плитки и так далее. В этом видео мы рассмотрим 4 модели качественных строительных лазерных уровней 4D, сделав их рейтинг на основе сравнения характеристик, возможностей и отзывов покупателей. Ссылки на все модели размещены в закрепленном комментарии. А если вам интересно первыми узнавать об интересных распродажах, скидках и акциях в магазинах, советуем подписаться на наш телеграм-канал «Выбор покупателей». Hilda 4D. Четвертое место мы отдали недорогой модели Hilda 4D с рейтингом Яндекс.Маркета 4,5 балла и ценой в 5000 рублей. Уровень профессионального класса китайского производства. Прибор проецирует по 2 луча в вертикальной и горизонтальной плоскости. Также имеется режим проецирования наклонных линий. Погрешность составляет 0,2 мм на метр. Это значит, что на 10 метрах линия отклонится от горизонта не более чем на 2 мм, что достаточно для любых строительных работ. Прибор может использоваться в режиме отвеса, самостоятельно выравнивать нижний горизонт. Выравнивание можно отключить. Есть нижний уровень, что позволяет использовать устройство для заливки полов, укладки половых покрытий. Питание от съемного аккумулятора. При полной зарядке его хватает на 8 часов работы. Для зарядки он вынимается и вставляется в зарядное устройство. На корпусе имеется дисплей уровня заряда батареи. Устройство поставляется с зарядным устройством, мягким кейсом для переноски, пультом дистанционного управления и кронштейном. Штатив нужно покупать отдельно. При всех достоинствах нивелира низкая цена оборачивается невысоким качеством сборки. Отсутствует защита корпуса, гарантия всего 6 месяцев. Пользователи отмечают, что устройство больше подходит для ремонтных работ в помещении. Вот один из отзывов. Хорошая сумка для перевозки и хранения. Хорошо работает аппарат. Не видно лучей на улице в солнечную погоду. Всего один аккумулятор и очень слабоват, садится довольно быстро. Но для работы в помещении отличный уровень. Fukuda MWV 94D4GX. На третьем месте модель Fukuda MWV94D4GX с рейтингом Яндекс.Маркета в 4,7 балла. Стоит она 11 тысяч рублей. Лазерный уровень от японского бренда по производству высокоточных инструментов. Однако основан он в 2004 году в Китае. Сборка, соответственно, китайская. Прибор проецирует 4 плоскости на 360 градусов. Подходит для всех видов строительных работ. Нижняя горизонтальная линия проецируется в 1 сантиметре от пола, верхняя – в 8 миллиметрах от потолка. Погрешность – 2 миллиметра на 10 метров. Есть функции самовыравнивания, можно отключить, нижнего горизонта, отвеса, работы с наклоном. Прибор оснащен пузырьковым уровнем и поворотной основой. Питание от сменного аккумулятора, хватающего на 8 часов работы. Корпус из ударопрочного пластика, есть защита от пыли. Луч зеленый, хорошо видимый даже на улице, без приемника, длина луча 40 метров. Уровень поставляется с кейсом. Также в комплект входит пульт ДК, 2 аккумулятора, магнитный кронштейн. Качество сборки, материалов и ротационные треноги очень хорошее. Прибор компактный, производитель дает гарантию на 5 лет. К сожалению, не предусмотрено питание от сети. Отсутствует штатив, который нужно покупать отдельно. В целом, очень хорошее устройство, которое одобряют пользователи. Понравился данный уровень. Есть отличная функция автовыравнивания. Не даст сбиться и при отклонении больше, чем на 3 градуса, подаст звуковой и световой сигнал. Qpar S04CG. Второе место мы отдали модели Qpar S04CG. С рейтингом Яндекс.Маркета в 4,8 балла. Стоит она 12 тысяч рублей. Уровень изготовлен китайским брендом. Погрешность 3 мм на 10 метров, но для строительных работ и ремонта этого достаточно. Дальность лучей 20 метров, что хватит для внутренних работ. Прибор может проецировать 8 перекрестий. На дисплее отражается угол наклона и маятник. Также можно работать с прибором через смартфон, через Bluetooth подключение. Подходит для любых строительных работ. Корпус ударопрочный, из композитного пластика, эргономичной формы.
есть функция самовыравнивания. Ее можно отключить и установить лучи под уклоном нижнего горизонта. Удобно реализовано питание. Уровень может работать от 4 батареек АА съемного аккумулятора. Зарядить его можно через разъем USB Type-C на корпусе. Также можно подключить через него прибор к сети. В комплект поставки входят кейс, пульт дистанционного управления, зарядка, держатель для батареек. Из недостатков можно отметить довольно высокую цену и слабоватый магнит. Пользователи приборов довольны. Вот один из отзывов. Очень яркий луч. Функциональность и качество сборки на очень высоком уровне. Хотел купить модель 03, так как думал, что лишняя плоскость мне не нужна, но ее не было в продаже. Лазер от Osram говорит само за себя. Удаленное управление через Bluetooth и пульт. Rokodyl Ray Max. На первом месте модель Rokodyl Ray Max. На Яндекс.Маркете у нее максимальные 5 баллов. Продается уровень за 12 тысяч рублей. Уровень выпускается отечественным брендом. Из рассмотренных приборов эта модель имеет лучший набор характеристик. Погрешность всего 2 мм на 10 метров. Дальность без приемника 30 метров. С устройством можно работать в здании и на улице. Есть 5 уровней регулировки яркости луча. Установлены светодиоды японской фирмы Sharp. Прибор выдерживает температуру от минус 20 до плюс 50 градусов. Корпус ударопрочный, защищен от пыли и влаги. Проецируется по 8 вертикальных и горизонтальных лучей, 10 перекрестий. Юстировка проводится еще на заводе, поэтому в точности можно быть уверенным. Самовыравнивание 5 градусов, что позволяет быстро настроить уровень. Есть функции нижнего горизонта, поворотное основание. Выравнивание можно отключить, если нужны лучи под углом. Питание от аккумулятора. Хватает его на 10 часов непрерывной работы. Зарядка проводится через разъем на корпусе прибора. Можно работать от сети через зарядное устройство. В комплект поставки входит кейс, зарядка, магнитное крепление, микролифт и дистанционный пульт. Металлическая опора имеет поворотный механизм и может служить полноценной заменной треноги. Производитель дает гарантию на 5 лет. Из минусов – в комплекте нет штатива. Пользователи высоко оценивают модель. Цитирую один из отзывов. Качественный, надежный, современный, антиударный корпус, четкое и яркое проецирование при любом освещении. Недостатки не обнаружено. Во время строительства ремонта этот прибор – главный помощник. У него большой набор функций, высокая точность. Теперь, что все-таки брать? Hilda подойдет для любителей, которые используют уровень редко и не хотят платить много. Fukuda – хороший вариант для отделочных работ. Hipar – подойдет для более грубых работ, в основном на улице. Действительно универсальное решение – Rokodyl. Модель совмещает точность, большое количество функций, лучшую функцию самовыравнивания. Она не боится жары и морозов, хорошо защищена от пыли и влаги. Спасибо, что посмотрели этот обзор на канале «Выбор покупателей». Поделитесь в комментариях мнением о моделях из обзора. Ссылки на них мы оставим в закрепленном комментарии под видео. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Подписывайтесь и не пропускайте новые интересные подборки товаров для дома и бытовой техники. А если вы хотите первыми узнавать о самых мощных акциях и скидках, подпишитесь на наш телеграм-канал.